Всем привет! С вами вязание от сайта вязок.ру, уроки и мастер-классы. И сегодня в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом и карантинным мерам, когда люди не выходят из дома, чтобы нам не заскучать, я предлагаю связать вам коронавирус. Самое интересное, что если взять крючок поменьше и ниточку потоньше, то получится он у вас маленький, можно его использовать как брелок или же как игольницу, и затыкать коронавирус иголками. Идея, мне кажется, очень интересная. Описание не мое. Описание я нашла в интернете, оно было на испанском языке. Я его перевела, немножечко, конечно, подредактировала, и спешу поделиться им с вами. Хочу сначала показать вам вирусик наш во всей красе, с шипами, с рожками-ножками. Вот, для вязания нам понадобится пряжа голубого, красного и желтого цвета. У вас могут быть это любые другие цвета, лишь бы хватило ниточек и подходящий размер крючка. Начинаем вязание нашей молекулы с кольца амигуруми и воздушной петли. Далее наше колечко нужно провязать 6 столбиков без накида. Вводим крючок в центр кольца, захватываем нить, на крючке у нас 2 петли. Снова захватываем нить и протягиваем через 2 петли, что были на крючке. На крючке остается 1 петля. Снова вводим крючок в серединку и провязываем 2 столбик без накида. Аналогичным образом провязываем еще 4 столбика. 3 и 4. Колечко затягиваем потуже. Вот что у нас получается. Далее отсчитываем 6-ю петлю от крючка. Та, что на крючке не считается, считаем со следующей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводим в нее крючок. Хвостик, который у нас остался, мы прикладываем вдоль. Его мы будем ввязывать в полотно. И провязываем в эту петельку 2 столбика без накида. 2 столбика без накида, провязанные в одну петлю, еще называются прибавки. В этом ряду нам нужно провязать еще 5 прибавок. Так, следующая, 3-я петля. Четвертая, пятая и шестая. В этом ряду у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Давайте посчитаем. Если все мы сделали правильно, то у нас будет именно это число. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все правильно. Следующий ряд мы вяжем, выполняя прибавки через один столбик. Вяжем один столбик без накида и в следующую петлю вяжем 2 столбика без накида. В следующую петлю 1, в следующую 2. Всего эту комбинацию нужно повторить 6 раз. То есть дважды мы уже провязали, осталось повторить еще 4 раза, и в конце ряда у нас должно получиться 18 петель. Давайте провяжем и встретимся в конце ряда. Вот что у нас получилось. Далее по правилу круга мы должны в следующем ряду сделать прибавки через 2 столбика без накида. То есть мы вяжем 1 столбик, в следующую петлю еще 1, и в третью уже петлю вяжем прибавку 2 столбика без накида, провязанные в одну петлю основания. Еще раз. Вяжем 1 столбик, в следующую петлю 1 столбик и в следующую уже выполняем прибавку. Вот что у нас получается. Комбинацию повторяем еще 4 раза. В конце ряда у нас будет 24 петли. Вот что у нас получилось. В конце ряда 24 петли. Следующий ряд вяжем аналогично. Прибавки делаем через 3 петли. Первый столбик, второй столбик, третий столбик без накида. И в четвертый выполняем прибавку.
И еще раз. Первый столбик, второй, третий и в четвертый делаем прибавку. Давайте провяжем так еще 4 раза. И в конце ряда у нас будет 30 петелек. Начинаем вязать следующий ряд. Здесь мы прибавки будем делать через 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый и в пятую петлю провязываем 2 столбика без накида. Прибавка выполнена. Еще раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, прибавка. Повторяем эту комбинацию еще 4 раза. И еще нам нужно будет провязать 3 ряда с прибавками. То есть следующий ряд мы выполним 5 столбиков без накида, прибавка, повторим 6 раз. В следующем ряду будет 6 столбиков без накида, 6 раз провязанные. И последний ряд с прибавками будет 7 столбиков без накида, прибавка 6 раз. В конце этого 7 ряда у нас должно получиться с вами 54 петли. Давайте довяжем и встретимся в конце. Итак, провязали мы последний ряд с прибавками. Прибавки делали через 7 столбиков без накида, то есть вязали 7 столбиков без накида, прибавка. Сделали эту комбинацию, повторили 6 раз, и получилось у нас в конце ряда 54 петли. Следующие 9 рядов, то есть с 10 по 18, мы должны провязать по одному столбику без накида в каждый столбик без накида предыдущего ряда. То есть вяжем по 54 столбика без накида 9 рядов. Без прибавлений и убавлений. Это будет наша основная часть. Давайте провяжем и встретимся уже в конце 18 ряда. Итак, у нас с вами провязано 18 рядов, и наша деталька уже больше похожа на чашу, уже напоминает больше шар, чем плоский круг. Итак, далее мы будем с вами вязать, убавляя петли, чтобы придать форму уже законченную шара. Итак, последний провязанный ряд, напомню, у нас был 7 столбиков без накида, прибавка. Убавки делаем в обратном порядке. То есть мы вяжем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Далее мы вводим крючок под переднюю стенку следующей петли одной и тут же под переднюю стенку еще одной петли. Захватываем нить и провязываем столбик без накида через обе петли. Таким образом мы сделали с вами убавку. Итак, еще раз вяжем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. И вводим крючок одновременно под 2 следующие петли под передние стенки. Захватываем нить, вытягиваем 2 петли на крючке, снова захватываем рабочую нить и протягиваем ее через обе петли, которые были на крючке. Эта убавка называется скрытой, и в полотне она незаметна так сильно, как если бы мы убавляли, вводя крючок за обе стенки петель. Итак, продолжаем вязать аналогично, повторяем комбинацию еще 4 раза и встретимся с вами в конце ряда. Итак, ряд до конца довязан. Мы сократили петли пропорционально прибавлению, сократили на 6 петель. Следующий ряд мы будем вязать, делая убавки через 6 петель. Первая, вторая, третья, четвертая,
6. Опять вводим крючок под передние стенки двух следующих петель и провязываем их вместе, делая скрытую убавку. Таким образом, мы провязываем эту комбинацию еще 5 раз и следующие ряды вяжем аналогично. Убавки делаем через 5 петель, через 4, через 3, через 2 и через 1. Деталь набивать можно по мере вязания, а можно в конце. Но лучше все-таки делать это по мере вязания, потому что она так лучше примет форму. Но не забывайте о том, что наполнитель торчать не должен, чтобы в петельки он у нас не попадал, и было все аккуратно и красиво. Давайте довяжем до убавок через 2 петли. Встретимся с вами там. И уже вставим глазки, закроем отверстие и полностью завершим форму шара. Вот какая деталька у меня получилась. Я провязала ряд 2 столбика убавка, набила деталь и вставила безопасные глазки. Примерно глазки вставляются где-то посередине нашего шара. Расстояние между ними у вас может быть другим. У меня 8 столбиков без накида. Мне оно кажется оптимальным. К тому же еще у него будут бровки и ротик. Давайте завершим вязание этой детали и уже приступим к вывязыванию нашей короны и самих рожков. Следующий ряд мы вяжем столбик убавка 6 раз. Столбик убавка, столбик убавка, третий раз провязан, столбик убавка, четвертый раз, столбик убавка, пятый раз и столбик убавка, шестой раз. Сейчас самое время, чтобы донабить нашу игрушку, покатать ее вот так вот в руках, придать ей форму, потому что следующий ряд у нас будет из одних только убавок, и отверстия мы будем уже закрывать. Поэтому давайте донабьем нашу игрушку, придадим ей форму нужную нам и будем закрывать отверстия. Итак, последние 6 петелек у нас остались. Для завершения вязания делаю соединительную петлю, завожу крючок в следующую петлю, захватываю рабочую нить, протягиваю через эту петлю и через петлю, что была на крючке, и ниточку из нее вытягиваю. Чтобы стянуть отверстие, я ввожу крючок за переднюю стенку следующей петли и вытягиваю нить. Аналогично со следующей петлей завожу крючок за переднюю стенку, вытягиваю ниточку в следующую петлю, в следующую и в следующую. Потянув за ниточку, вот можно увидеть, что отверстие у нас затянулось. Далее можно ее заправить в иголку и таким же образом сделать несколько стежков и запрятать ее полностью в полотне. Встретимся в следующем видео, где я покажу, как связать корону рожки, а также оформить наш вирус, нашу молекулу, придать ей злобное выражение лица или улыбающееся. Тут вы оформите, как захотите сами, я вам покажу свой вариант. Итак, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Пока-пока!